Пантетут? Да, тут. Ой. А, все. Тут кто-то может вытащить из банка? Две чарки я положила во вторую ячейку. Счета и наручи, кажется. Спасибо. Никому, кроме синих драконов, не позволено находиться здесь. Возможно, это происки Алекстразы. Что ж, значит, она послала вас на верную смерть. Так, а можно еще раз уточнить, где фармится поврежденное ожерелье? Я скажу потом. Давай не сейчас. В инстах. Ёж. Орландо, ты какие-то темы ставишь? А, вот уже стоит. Так. Блин, нет. Это вы зря сделали, это вы зря. Войд. Я же в Эллине. Похил. Ну, я похилю чуть-чуть. Сейчас тем поставлю еще. Если хил справится, боже. Зомбика искра. Да убить. Окей. Уведи его от ромбика. Стан дайте. Аккуратненько все. Я услышала тебя, Войд. Так, следующее будет Струсиков. Ну, я думаю, сама справлюсь с их короче. Следующая будет кружочка. Закил. Стрим подрубите, пожалуйста. Мне вот очень сложно сейчас. Что-то. Я сейчас корни пущу. А норм, понимаете. Все эти названия. А следующее с звездочки. Чуть повернись. Я ее стопану. И дам ее. А все уже перевели. Или хилю. Блин, это сложно.
Ману дам. Давай. Затем тогда кто-нибудь поставит. Нет, фила. Так. Ой, вы там Путина на фоне не слышите? Ой, сразу типа хилу инер кинешь. Берни, Берни. Вот и ваши благодетели появились, но слишком. Нет заклинаний, чтобы разрушить этот мир 10 раз подряд. Что вы думаете, они сделают с вами? Прожмись, прожмись. Да-да-да, ужасные просто. Глаза болят. Так, после этого отлетаем все. Там прожимается хит. Нормально, блин. Искры разлетели. Так, Малигус уставился на вас. Отлетели. Ой, квадратик не виден на этом. Понял? Да, куда ты? Отлетели? Да, норм. Отлетаем. Боже, от этого болит голова. Насирует на сирус. Хилю, хилю, хилю. Отлетаем, отлетаем, отлетаем. Фига, 4 человека хилится. О, фига в одного хила. Блин, похил. Боже. Ну, полтора, скажем так. Я взяла. Итоги войны чрезмерно печалят меня, но разрушение.
Несмотря на последние предупреждения Маригаса, я буду оплакивать. Че, сейчас куда? Я хотел сказать перед тем, как пойти, да? Типа, ребят, у меня голова болит, не пойду, наверное. И тут эта хуета. Меня чуть не стошнило, отвечаю. Это же плохо было. Там, где трусы. Ой, кружится, да? Да, вот, я уже давно ушла. Болит голова. Тут еще один портал. Прыгайте быстрее. Куда дальше? Говиста, наверное. А чё, кому там пупа упала? Будет Фьюри. А, ладно. Так, а мы сейчас куда? Слав, ты тогда мага не кикай, чтобы на вас баф сохранился, и ты. Настя, не забудь респектнуть. Да, да, я поняла. Я вижу, что тут сихи есть. Домок. Короче, я тут объясню так, что как делать. Давайте я объясню. Главное, что лок Абивар не упал, все остальное херня. Я увидела такую тактику, где грипается босс и прекращается метеоритный дождь. Я сегодня так делал. Идеально просто, идеально. Хилить не надо. А то есть у нас был виклик на Малигаса, да? Да. Блять. Подожди, я предложу тебе разуя. Ну, лоскутика. Но ты не сможешь предложить. А, ну ладно. Сейчас зашел на пало, смотрю, тут Малигас. Думаю, что у меня лоскутик превратился в Малигаса или как? Ну да. Не-не, я жду, ребят. Кельталит ждет. Ёж, гоу всё на нём лока. Так, так, так. Ну, не знаю, не знаю. Все, я 203-й шаман. Остался только цвет.
Что его? Ты говоришь, второй хил нужен. У нас же ДТшка будет. А. Что у тебя там? У тебя бартендер? Понятно. Так непривычно играть после таких долгих лагов. Как будто бы стало еще лучше даже, чем было до лагов. Нет, это ошибка. Я пока не могу прочитать.
Просто таунти и все. Так, Ники первый тогда, да, с это скидывает стяжку, а вторую я даю. Краски нет, 8%. Что, давать? Я тут. И как? Парни, вы еще не ушли в рейд? Кайфово. Павел, не слушай. Ребята, я не слышу вас. Парень встретил со странцем нахуй. Ты еще куда идем? Все? Поезд? Окей. Вот, ты мне расскажи, что за паладин был, ты утром был злой. Ой, что ты там с него угорал? Я про Холика. Ага. Слышь, пацаны, подскажите, пожалуйста, а это, сейчас десятку, если пойдете, есть там варик пала, этого паладина, да, там как куда-то пихнуть? Хоть я слышу. Ну, у меня, кстати, у бази, ну, у ДКшки только Ока будет, получается, фрика Д. Ну, если вот я сейчас иду, получается, у меня такого ока останется. У мага уже все.
факту. Да, это мой. Так, узнаем сейчас. Это я его взяла. Новый. Сова. Да, набрала. Не поместилась. У него все есть, чарк сапсит, там написал. Более-менее. Так вот. А. Сейчас. А, на юге, чуть-чуть выше лагеря Эрнестория, есть колонна солнечного благословения. А, относительно этого лагеря на северо Востоке. Понял? Это пан спрашивал, где фармить поврежденки. Там, блин, много людей развелось. Не с мамонтов. Гуманоидов. Там торговая компания. А еще... Ледяная корона. Гавань натиска. Еще ты можешь заходить в крепость Дракторон на первых трех мобов. Ну, так, шанс 10%, что с них упадет поврежденка. Ага, да. А тебе зачем? Хочешь фул ювелирку? Я лечу, лечу. На полет к 150. Это вы в ВС сейчас летите, да, ребят? Плюс 2, да? А, ну вот же она, твоя подождёнка. Этот, Бигвар, можешь, пожалуйста, дать поврежденку?
взамен на то кольцо, что я тебе отдала. Да, конечно. Ш, пану или детерминейту. На тренера вот. На меня просите. Да. Ну а чё? Блин, за тебя поражалась. Где ты чё? Дружок, дружок, да, помогать. Да, надо будет. Я пофармить хочу. А, фармить? Ну окей. А где лучше всего фармить? Ох, пан тебе расскажет. Не, я к тому, что есть какое-то место, где повышенный дроп, что ли? Нет, где, ну, не знаю, повышенный, не повышенный. Кстати, там понизили дроп. Это полгода назад. Я за полчаса штук 6, ну, фармила. Ну, когда везет, когда не повезет, штуки 2 одна. Вот тут на поле в тактику, а то я только за холика здесь была. Настя, ты на ком? Ой, Беглар, я тебя очень плохо слышу. Ты у меня на 150? Я на фармане, Хелнес. Знаю что, но очень плохо тебя слышу. Вот я на 200 поставила. Лучше. Да, так намного лучше, кстати. Так большие потрясающие. Так просто говоря, что я руки чего? Вот сейчас по кайфу. Да все нормально было. Те, кому неудобно, могли просто звук понести. Не, когда был в рейде, прям была жесть. Там, типа, я привыкла. Я первое время очень аж, прям. Аж хрипело от того, что громко. Да. Басы были, да? Да. У меня какая-то шляпа непонятная. Вот Крисп есть такой, шумоподавитель с Крисп. Вот он. Да. То выключается сам по себе, и меня то слышно, то не слышно, то плохо слышно, то вообще, я что-то не пойму, что с ним, как он работает. А ты случаем с телефона, потом с компа заходишь, да? Нет, всегда только с компа с одного места. А, не знаю, там просто раньше, когда с телефона, потом с компа заходил, у меня все настройки сбрасывались нафиг. Это было неудобно очень. Ой, у них берса, впервые вижу. Чудо них забыл этого стукореза, блин. Я смотрю, твои друзья нормально уже в рейд подтягиваются. Как бы.
Да чё, босса пулят? А? Босса пулят. Ты им объясни, что да как. Так, да, не сам, что если есть возможность сказать, то потом уже захожу, сразу все нет, что я все и да, до упора. Когда ты их объяснять. А кто танки? Один. Его сдуло. Вот ты вот новые тактики придумываешь. И каждый раз, когда ты хотел отлынивать от своей роли, да, сейчас вот это добиваю и спать. Башка болит. Не, я тоже я хочу спать. Ёж, ты что? Ты же этим локом в око хотел идти. Да я что-то вообще, я не знаю, что-то фигня. Я походу... Это Малигост тебя это... Доску на тебя повесил. Курсу. А?
Да блять, как сука, кошка, блять. Настя, дай Гиру. Я забыла, что я сама... Бегла, ты чё, пидмот? Да я чё, я хуй знаю, чё она, блядь, тупить, сука. Это блядская кошка, сука, по клавиатуре ходит, то, блядь, вообще замёрзла картинка, хуяк стала. Чё за хуйня? Тёмное дыхание, это чё, это он ебанул, да? Перед лицом, да, стоял. Камурка, где стоишь? Что ты им ставлю? Половина. 27-25%. Волна. Не пропадет. Надо убить, я уже прыгнул. А ну-ка, лак. И Шиллер. Прожмись, прожмись. Луна, луна. Давал с тотемом.
Потом в око пойдем. Опа. Ну, куда я пошла, падает какой-то... Шмот с агилой. О, руки. Тринка, отказаться. Варлок. Это кольцо на ДК нормальное? Или так себе? Варлок, кинь на этого, на Бегора. Я просто не знаю, кому же или отдать. Не. Варлок, слышь, Настя? Кинь этого, на Бегора обмен. Я не знаю, кому же или отдать.